Сегодня за раз приготовим сочные котлеты без жарки. Возьмите фарш, добавьте черный перец и посолите. Батон замочите в молоке. Затем измельчаем в блендере. Добавьте массу к фаршу. Также измельчите лук и добавьте к фаршу. Фарш необходимо тщательно вымесить. Затем хорошо отбейте, чтобы выделился белок. В разогретую сковороду налейте масло, добавьте лук, нарезанный полукольцами, и обжаривайте лук до мягкости. Из фарша сформируйте котлетки, у меня получилось 9 штук. Выложите на пергамент. Каждую котлету сверху смажьте кетчупом. Сделаем небольшое углубление, затем в каждую лунку выложите обжаренный лук и в конце сверху накройте пластами сыра. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Котлеты я подала с картофельным пюре. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.